Ну что, президент наш отменил вчера режим нерабочих дней, но ничего не изменилось. В Питере у нас еще жестче с сегодняшнего дня. Введен масочно-смазочный перчаточный режим. В общем, выходя на смену, ощущаешь себя то ли урологом, то ли проктологом, напяливая маску, одевая перчатки и так далее. Ну, а с другой стороны, это же ведь и верно. Это же ведь и верно. И когда мне начинают рассказывать люди о том, что... маска не помогает не заразиться, я этим людям все время говорю следующее. Она не помогает, типа, здоровым, она помогает только людям, типа, кто больной. Так ты и не знаешь, сука, больной ты или нет. Может быть, ты уже целую неделю носишь вирус в себе, поэтому напяль маску и не это самое, и не чирикай. Это моя позиция гражданская. Может быть, я и не прав. Может быть, это все заговор. Может, блядь, нас ебут. Но я лучше, так скажем, перебдю, чем не добдю. Перчатки, маска. Что с заказами? С заказами все так же тухло, полная жопа. Вчера возил по 80, 70, 90 рублей до каких-то там велопрокатов, каких-то маленьких магазинчиков. В общем, дребедень одна. Сегодня поеду, сейчас поеду на стоянку такси, к метро. Там бывает, с руки подходят люди, как бы, и более-менее можно какой-то ценник им так выставить без всяких процентов агрегатором. В общем, я готов, как Гагарин и Титов. Перчатки, маска. Я уже на самом деле с такой темой так свыкся, что будет потом непонятно, как без этого всего обходиться. Наверное, по привычке буду еще некоторое время напяливать маску и перчатки. И ходить на Dance Open Rave какой-нибудь Open Air. Хотя сильно сомневаюсь, что в этом году хоть что-то откроется из таких мероприятий. А что вы больше всего ждете, кстати, после отмены? Я просто нереально жду, когда откроются спортзалы. Я знаю, что у нас работает в Питере несколько фитнес-притонов. Вот. Куда, скорее всего, мне придется, чувствую, пойти. Я хотя не хотел этого делать, но чувствую, что мне придется в один из фитнес-притонов сходить. Я объясняю, что это. Это какие-то маленькие местечковые залы с заклеенными окнами, чтобы было непонятно, что там происходит на первых этажах каких-то невнятных зданий. Ну, какие-то дешманские качалки, там а-ля 1000 рублей в месяц, безлимитка, которые, собственно говоря, ну, работают. Вот. Мне не хватает зала, а вам чего не хватает? Вот мне реально интересно, скажите мне. Кто-то, может быть, соскучился по ресторанной хавке, может быть, кто-то очень хочет за границу уехать, может, кто-то очень хочет к проституткам сходить. Хотя я думаю, что они работают, на них это вряд ли как-то повлияло. Что вам вот реально не хватает? Общения, может быть, тусни какой-то, какого-нибудь отрыва. Или наоборот, куда-нибудь уехать в турчагу там и загорать в форме звездочки, опиваться чем Бог послал. Расскажите, очень интересно. Маска, блин, смазка. Дружище, слушай, такси? Да. А в Озерки? В Озерки. Ну, это 800. Сколько? 800 минимум. 800? Да. Блин, дороговато. Да у меня приложение что-то блеха. Ну, я меньше не пойду, через весь город ехать, как бы. Ну, из кольца 800. Здесь поблизости. Ну, 800, да. Ну, поехали, ладно. Садитесь. Пристегнетесь? Да, мне в принципе. Надо? Вообще надо. Да? Ладно. И за уважуху. Ну не только за уважуху, можно как бы, я это, не знаете. Пристегиваюсь.
Не, ну... Знаете, некоторые в бассейн писают, ну, когда приходят. Ну, то есть, есть же правило, что нельзя, а кто-то говорит, мне все равно. Согласен. Ну, то есть, да. Помочь? Да вот, видишь, потому что... Все? Присёгиваюсь, поэтому, честно говоря... Ну, вы вот молодец, хоть в маске. Да не, я в маске. С сегодняшнего дня, знаете же, да, штраф 4000 рублей? Да, это нас не пугает, нас просто прижимают немножко по службе. А-а-а. Требуют, да. А вы в какой службе? Ну, вот, которая как раз... Исполнительная власть? Занимается тем, что за маски может оштрафовать. А-а-а. То есть у вас сейчас усиление какое-то, я так понимаю? Нет, с сегодняшнего дня просто президент же отпустил все эти дни. Как говорится, рабочими сделал на усмотрение регионов. Ну да. Ну и нас немножко тут начинают иметь. Все, раздолье закончилось. Ну то есть вы тоже несете потери какие-то? Вообще несут сейчас потери. Не только мы. Да. У вас-то, наверное, да, тоже сейчас не фонтан. Да. Таксистов, я, да? Так я еще и стою здесь на стоянке такси, потому что по агрегаторам работать, ну... А я, честно, знаете, что, честно говоря, не заметил такой темы. Думал, что такси уже только можно поймать по какому-то приложению. Не, ну, либо подойти, вот, вот таксист едет. Ну, редко я такое вижу, что... Я с руки тоже мало вижу. Ко мне, если я только стою на стоянке такси, подходит периодически, а вот так... Знаете, я начал замечать вот сейчас, пока вот выходные много по городу двигался, много очень шашками, вот как вы... Стоят, просто машины стоят, там водители сидят, там кто в телефоне, кто газету читает. Короче, с пассажирами там мало встретишь, вроде как. А по времени нам как, по, сколько доедете? Что показываешь? Смотрю. А мы что, мы ориентир метро Озерки или что? Да, там Озерки, я уже вас ориентирую, там во двор, мне надо будет заглянуть. Ну, сейчас посмотрим. Показывает 38 минут. 38, да? Угу. Все-таки, наверное, пробки уже, да? Да нет, почему? Нет. Мы через весь город едем. Не, они, это не пробки. С пробками мы больше часа бы ехали. Да? Да, конечно. Все понял. Не. Так еще же многие все равно не вышли на работу. Мы же, у нас, что у нас там открыли? Мне к зубному надо. Я не могу попасть к нему, соответственно, я записывался вот на 14-е, потому что мне говорили, что 12-го все откроется. Ага. В итоге я сегодня позвонил после вчерашнего выступления президента, мне сказали, хрен, ничего не открывается, только с острой болью принимаем. А у меня там, ну, по другой тематике, там мост надо подправить. Ну, сейчас и... всех волнует только коронавирус. Да, и все, короче. Все остальные болезни никого. Да, я не могу, я теперь записался на я даже не записался, мне говорят, что... На неделе мне позвонят, составят расписание врачей на июнь, и тогда мне позвонят, когда мне записаться. Все, больше никаких вариантов у меня нет, к сожалению. Чисто от себя так вот, перчаточки там одеты? Ну, а в смысле от себя? Как-то так вот требование какое-то? Не, ну да, и требования от себя. Ну, во-первых, я налик беру, да, очень много наличных денег. И, соответственно, что, после каждого налика протирать руки, там, у меня есть, конечно, обеззараживалка, вот, то есть я там, ну... То есть не секрет, вы как такси чистые шашки налепил, поехал, или все-таки там лицензия, все нет, дела? Нет, конечно, там, конечно. Все, да? Там? Конечно. А вы с какой целью интересуетесь? Нет, вы меня везете, я уже благодарен, что... Все, что вы меня везете, и проблем не будет. То есть у нас не будет такое, что нет, мы сейчас, да? Нет, нет, я не из того ведомства, который там не ГАИ. Нет, имел в виду, что сейчас сам по телевизору видел, как рейды проходят там. Ну, проходят, да. Ну, там, раз там пассажира, садится пассажир, таксист ему сразу говорит, если что, ты там мой друг. Да. Ну, хорошо, понял. Ну, сейчас, опять же, эти все истории тоже из-за коронавируса отошли на задний план, потому что сейчас людям, ну, не до этого. Ну да. С этим до этого уже этим не заниматься. А в таксист давно так, не секрет? Не секрет. Три года. Три года? 17-го, да. Я не заметил, это типа арендованная машина. Это моя. Да? Занимательный рассказ. Интересно рассказывать. Интересный ну, собеседник, если честно. Спасибо. Очень много
я познал и... Ну, флагов вот здесь, тормозите. Ну, я вот здесь могу остановиться. Сушка, да. Да, да, да. Магазин, что ли? Да, я хочу забежать в магазин. Подождешь? Ну, подожду, если недолго. Не, я недолго. Так. Так, я в магазин. Да. Ну, все нормально, точно, да? Саткевич, тебе просто от меня за ожидание. Да? Ну, ладно, если недолго, то нормуль. Леха-муха, ну мы с тобой, по-моему, мы все обговорили. Да? Я служу. Я же не просто придумал, я служу. У меня все нормально. Ну, ладно. Меня всегда найти можно. Я же все рассказал. Я уже, по-моему, все координаты дал. Если что, созвонимся там. Я телефон оставил. Ну, хорошо, давайте сейчас пока, ну, мне, чтобы я вас довез уже и дальше работать поехал. Время не будем тратить. Евгений же, по-моему, да? Да. Все. Аккуратно, аккуратно. Ё-моё, видишь, я почему? Чуть мне с креслом. Не, я же не пристегиваюсь. Чуть с креслом не вышли. Да я не пристегиваюсь никогда. А-а-а. Сейчас я возьму там лимонадику, сигарет. Спасибо. Сколько у нас ожидания? 3 рубля минута? 3 рубля минута. У нас ожидание. Или 7 рублей минута, что-то я уже не помню, сколько у нас ожидания-то. На сотку можно постоять. Короче, ладно, ждем пока. Короче, нашего деятеля из МВД нет уже 15 минут. И что-то мне подсказывает моя чуйка, что это очередной какой-то пиздец. Есть у меня такое ощущение. Блин. Ох уж мне это слово офицера. Ну чё, я практически до Озерков доехал. За 100 рублей. Вот такой расклад. Бля, я не Россия, а Клондайк по разводам просто. Я думаю, что все схемы по разводам были придуманы исключительно в России. И потом они перепочковались на весь остальной мир. Как это называется? Есть воровка на доверии, а есть разводчик на доверии, да? Про корочку всю дорогу мне тер про свои какие-то, бля, истории. Такой внедряется, внедряется. Потом хоп. И привет. Красавчик. Бля. Какая мне теперь разница, липовый он мент или нет, да? По большому счету. Ну чё, с очередным тебя разводом, женёк. Суперическим. Ну, здесь хотя бы сатен. В прошлый раз я еще и коробку сам выбрасывал, а здесь сатен. Хотя я не удивлюсь, если сатен фейковый. Кого-нибудь разводили уже так, интересно? Не, я, конечно, еще не теряю надежды. Может быть, он еще выйдет. Но я так понимаю, что... Привет всему. Ладно. Блять. Кого-нибудь разводили так, интересно? Напишите мне. Можете даже написать, что я рыжий лох в очередной раз. Бля, ну а как? А как? Теперь, бля, мне кажется, просто любую поездку надо брать за грудки сразу. Блять, бабки вперед, если налик. Просто давай бабло вперед, неважно, или не повезу. Даже, блядь, даже за 90 рублей. По-другому никак. По-другому никак. Бля, ненавижу это чувство. Пускай там тебя не на 800 миллионов долларов обманули, а всего на 700 рублей, но, блядь, ощущения, конечно, не из приятных. Не
не из приятных. Да, этих остапов-бендеров на Руси еще навалом. Не поступайте так, как этот дядя, а тем таксистам на заметку. Не ведитесь на корочки, хуёрочки, пиздёж и провокации. Ладно. Все понятно. На маску и пару перчаток заработал, блядь.